друзья, у нас сегодня такое очень милое домашнее практическое мероприятие. Мы обсуждаем проблемы современного либерализма. Либерализм прибывает. Когда-то были одни монархии, а сейчас любая страна считает себя обязательным иметь как галстук название демократия, даже Корейская Народно-Демократическая Республика, и количество стран, которые стали демократиями, республиками, которые используют либеральные подходы, оно увеличивается постоянно. Даже в России с нашей тяжелой историей, как показывают опросы, люди жаждут справедливости. Нам нужно найти ответы на вызовы 21 века, но от либерального перспектива. На многие вопросы ответов еще нет. У Гарича есть замечательная песня, в которой есть слова: «Но бойся единственного только того, кто говорит, что знает, как надо». Да? Я думаю, что либерализм найдет сторонников в большинстве населения, как в России, так и в Европейском Союзе, потому что каждый человек хотел бы, чтобы его человеческое достоинство уважалось, чтобы его свобода защищалась, чтобы экономика быстро развивалась, а это возможно только при либерализме, и чтобы все были равны и в равной степени защищены законом. И когда вот эти минимальные, скажем, базовые гарантии защищены силой обязательных решений Европейского суда, человек может чувствовать себя более защищенным, более свободным. А свобода – это очень важно. Поэтому одна из ключевых рекомендаций нашей дискуссии, нашей книги – это безусловное сохранение и укрепление международных режимов, что пойдет на пользу каждому гражданину России, Европейского Союза и нашей стране в целом. У нас как бы считается, что у нас есть некая элита, есть некий темный народ, и есть некая власть, которая должна помогать элите двигать темный народ в светлое будущее. Но на самом деле нам нужно, если мы хотим действительно, чтобы у нас был либерализм, мы должны избавляться от этого стереотипа у нас в голове. Главная всегда надежда, что приходит новое поколение, и мы уже чувствуем запрос на поколенческую смену. И новое поколение может пойти влево к идеям коллективизма, тоталитаризма и что хотите, либо пойдет снова двигаться в сторону либеральной идеи. И вот сейчас важна вот эта вот работа просветительская, которая помогла бы следующему поколению понимать, что в мире эффективной организацией общества является либеральная демократия. Сейчас, на самом деле, исторический момент для всего человечества. Это соотношение государства и человека. И мы же с вами прекрасно должны понимать, что государство сейчас в очень многих странах, даже в демократических странах, пытается превратить человека в свой придаток. Но вот в российском обществе у меня нет такой уверенности. Вот кто наши цари? Для меня это вопрос. Когда вы доходите до момента необходимости прыжка в постиндустриал, вам нужен свободный человек, вам нужен творец. Вы не можете уже строить индустриальные армии. Вдруг выясняется, что только либеральные страны в состоянии обеспечить этот прыжок в постиндустриал. Пока у других ничего не получается. Враг будет разбит, победа будет за нами, дорогие товарищи. Спасибо.